Re, viss ēters ir te. Несколько известных латвийских памятников сегодня укутали в полиэтилен. Причем сделали это их же авторы. Не по зову сердца, а в знак протеста против грядущих налоговых изменений. Они могут стать непосильным бременем для представителей творческих профессий. Нас упрекают в том, что мы не хотим платить налоги. Мы хотим, и делаем это сейчас. Но мы хотим платить такие налоги, которые не убивают отрасль. Предложенная новая система нас убьет. И это не пафос, это обычная профессиональная оценка. Отнимая даже небольшую часть от этих средств, которая может быть и не такой большой, изменится экосистема в целом. Это будет заметно и в работах художников. Мы уберем даже не самую большую ее часть, закрою маленького Райниса, и смысл этого памятника потеряется.